В микрорайоне новая треугорка на улице Чистяковой заменит более 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы будут проводиться в рамках второй волны ремонта и начнутся в сентябре. Замену асфальта осуществляют за счет региональной субсидии, которую Московская область выделила Одинцовскому району. Стоимость работ составляет более 14 миллионов рублей. В порядок будет приведен участок длиной 742 метра от улицы Треугорная и до пересечения с Кутузовской.